Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Анастасия Трухнова. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Что полугодие грядущее готовит Бресту? Итоги социально-экономического развития областного центра за 6 месяцев года текущего подвели на заседании городского исполнительного комитета. Быть соглашению о побратимстве трех Брестов – белорусского, французского и канадского. В горосполкоме прошла встреча мэра областного центра с представителями делегации из Франции. «Я в пожарное пойду, пусть меня научат». Брещина отмечает 160-летие со дня образования пожарной службы Беларуси. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас, и не только о них. Начнем с деловых новостей. В следующие выходные Брест отметит свое 994-летие со дня основания и 69-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год с особым размахом и по-особенному трогательно проходят эти мероприятия. Этот год не будет исключением. Какие сюрпризы ожидают брестчан в дни праздничных торжеств, об этом вы узнаете во вторник в специальном репортаже наших корреспондентов. А сегодня речь пойдет об итогах социально-экономического развития областного центра за первое полугодие 2013 года. Об этом, а также о реальных возможностях поправить положение на некоторых предприятиях города шел разговор на заседании Брестского городского исполнительного комитета. Сегодня мы подходим к дню города с экономикой, которая не имеет больших провалов. Есть небольшие вопросы по сбыту продукции, но мы не допускаем при затаривании складов, чтобы они доводились до обмывания оборотных средств, чтобы мы объявлялись банкротами. Значит, то есть все предприятия работают стабильно, если где-то надо немножко притормозиться для того, чтобы не вымыть оборотные средства, не затоварить. Это делается. Растет средняя заработная плата, притом реальная заработная плата. Это интервью уже послесловие городского исполнительного комитета. А на самом собрании мэр города Бреста Александр Полошенков был предельно строг и непредвзято придирчив, проводя глубокий анализ ситуации, которая сегодня сложилась в социально-экономическом развитии областного центра. В начале заседания была поставлена задача. Отчеты ответственных руководителей, директоров не нужны, необходимо разобраться в проблемных моментах. А для этого необходимы конкретные предложения, а не пустые слова, а потому все вместе анализировали, сопоставляли и делали выводы. Критических ситуаций на городских предприятиях и в организациях нет, но проблемы есть. С них и следует начать. За первое полугодие не выполнены прогнозные показатели по темпу роста экспорта услуг без учета организаций республиканского подчинения. Снижены объемы производства основных товаров представителей. Есть загруженность складских помещений. Темп роста производительности труда отстает от темпа роста начисленной среднемесячной заработной платы. Снижение объема производства работ и снижение объема продаж сразу же автоматически ложится вся вот эта составляющая, которая есть у каждого предприятия, ложится на себестоимость этой продукции. Падает уровень рентабельности продаж. Средняя заработная плата начинает опережать рост производительности труда. Растет убыточность предприятий, снижается масса прибыли. Вот о чем мы сегодня должны говорить. Это основные наши болевые точки города, по которым зависит все остальное. Многие руководители докладывали о том, что были и пока еще есть реальные ситуации, которые сдерживали выполнение поставленных задач. Следует признать, что доводы их принимались, поскольку уже предприняты шаги по устранению и налаживанию работы. И цифры подтверждают это. За истекшее полугодие обеспечено 3 из 4 основных прогнозных показателей социально-экономического развития города. Значит, каждый руководитель ведет правильную политику на своем предприятии. По всем 4 показателям имеет место быть положительная динамика роста к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта товаров без учета республиканских организаций нефти и нефтепродуктов за январь-май составил 139 миллионов долларов. Темп роста 123,5% при прогнозе не менее 120. В то же время результаты работы всего промышленного комплекса города скромнее. Экспорт увеличился только на 14%. Сальдо от внешнеэкономической деятельности, я говорю о всей промышленности города, 11,4 миллионов долларов. При хороших в целом по городу темпах роста экспорта товаров значительное число предприятий по различным причинам уменьшило свое присутствие на внешних рынках.
уменьшили экспорт на 20% у предприятия, так назовем, холдинга «Брестгазаппарат». Продолжается падение экспорта иностранным предприятиям «Черно-красно-белый», «Брестсельмашем», открытым акционерным обществом «Папильо». Более чем наполовину снизили экспорт. Это Брестский чулочный комбинат, ковры Бреста. Темпы роста, сальдо, инвестиции. Многое из этой сложной терминологии непонятно для рядового человека, которому важно, чтобы зарплата была высокая и условия труда максимально комфортными, чтобы цены в магазинах были сопоставимы с наличностью в кошельке, чтобы дети учились, а пенсионеры достойно отдыхали и поправляли свое здоровье в современных лечебных заведениях. Это самое главное для людей. Многие из вышеперечисленного у нас есть, а то, чего пока еще нет, зависит также от нас, людей. Каждого в отдельности и всех вместе. Руководители должны руководить, а не разводить руками. Врачи лечить, учителя учить, рабочие работать. Качественно, эффективно и ответственно. Каждый на своем месте. Толково распределяя бюджетные деньги, вкладывая в нужные проекты, получая прибыль от них и направляя ее на нужные дела. Не думая, что все это не мое, а как в своей семье. Разумно подходя к каждому шагу. Ведь государство это тоже семья. Очень большая. И каждый в этой семье хочет получить максимально лучшее, максимально возможное. Понимая все это, принимаешь действительность такой, какая она есть, но живешь надеждой, что все лучшее впереди. Мы не свернули ни одной социальной программы. Мы имеем сегодня полный бюджет. Наверное, это является самым большим подарком для наших граждан. Что работает транспорт, подается вовремя, делается уборка, освещаются улицы, на все хватает денег. Я считаю, что это основное. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сэ-ля-ви. Такова жизнь. Есть в ней взлеты и падения. Есть горечь поражений и радость побед. Но все можно исправить, ведь ошибок не делает тот, кто не работает. Так говорят и думают французы. Нация оптимистов, новаторов и законодателей. Кстати, не только моды. Вчера в Брест прибыла делегация из Бреста, французского. В декабре 2012 года было подписано соглашение о побратимстве двух городов, объединенных одним названием. Встреча с мэром областного центра Александром Полышенковым носила скорее дружественный, чем официальный характер. С подробностями Лариса Осмолович. Город Брест на протяжении последних 20 лет поддерживает побратимские и партнерские связи более чем с двумя десятками городов и административных образований из 10 стран мира. Среди них немецкий Равенсбург и Вайнгартен, польский Люблин, Бялоподляска, Тересполь, украинский Луцк и Ивано-Франковск, китайский Сиагань и многие российские города. В декабре прошлого года в этот список включен французский Брест, официальная делегация которого сегодня находится в областном центре. И это неудивительно, поскольку два одноименных города как когда-то должны были принять такое решение. И белорусский Брест, и французский имеют очень много общего. Прежде всего, города являются въездными воротами в Европу. Целью нашего приезда и является открытие этих ворот для того, чтобы наладить между городами связи, как экономические, так и в сфере культуры, образования и спорта. Чтобы делать большие дела, нужны большие люди. К таковым мы относим вашего мэра Александра Полышенкова и белорусского посла во Франции Павла Латушка, которые стараются объединить два Бреста и стимулируют остальных. Мы поражены вашей культурой, спортивными успехами, а также той научной базой, которая есть в вашем городе. Некоторые трагические даты истории также объединяют белорусских и французских брестчан. Оба города сильно пострадали во время Второй мировой войны. Брест во Франции бомбили союзники, так как здесь находилась крупная немецкая база подводных лодок. Город в конце войны был почти полностью разрушен, поэтому большая часть застройки датируется послевоенными годами. Интересно, что оба Бреста, и французский, и белорусский, были освобождены от фашистских захватчиков в один день, 28 июля 1944 года. Вот такая интересная история с географией у двух городов с одинаковым именем Брест. Мы очень гордимся одинаковыми названиями наших городов, поскольку белорусский Брест – это символ мужества во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками во всей Европе. Этот героизм был и остается в памяти наших соотечественников. Во время встречи членами французской делегации было выдвинуто предложение привлечь к побратимству третий Брест – канадский. Один из членов делегации, преподаватель психологии в Торонто Давид Армани, лично знаком с мэром и уверен, что такая возможность упустилась.
упущено не будет. Французы – люди, умеющие и любящие цитировать. В заключении встречи была сказана очень важная фраза. Мы также процитируем ее. Есть люди, которые говорят очень много, но не отличаются своими поступками. Но есть и те, которые делают все наоборот. Мало говорят, но вершат великие дела. Категории вторых. Брестские французы причислили и тех людей, которые подписали документ о побратимстве. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Сейчас короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей. На хозяйственном активе, который 18 июля в четверг прошел в городе Ляховичи, провели глубокий анализ состояния дел района сегодня. Ляховичский край – одно из самых слабых звеньев в цепи, уверенно выполняющих все прогнозные показатели региона Брестской области. Итоги работы за 6 месяцев 2013 года не могут не вызывать опасений. Результаты работы в области промышленности, сельского хозяйства и экспорта – главных направлений развития любого региона – снижаются с каждым месяцем. Проблемы, скопившиеся во всех социально-экономических сферах, требует немедленного решения и активных действий со стороны местной власти. Плохое управление, отсутствие дисциплины и ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, нарушения которой в большей степени повлияли на возникновение подобной ситуации в Ляховичском районе. Глава области Константин Сумар подчеркнул, что порой именно такое безответственное отношение к делу со стороны местных руководителей приводит к подобным отрицательным показателям. Ляховичский район имеет все возможности быть лучшим в области. Земли лучше, чем, например, в ближайших районах, которые окружают его. И он всегда был, лет 10 тому назад, да и некоторые годы он всегда был на виду, особенно в растеневодстве. А сейчас я вижу, как я сказал, и там есть прорехи, поэтому и был такой сделан мной разговор, и тем более жесткий разговор. Я думаю, что мы возьмем под контроль, и по-другому кадры должны заработать, иначе будем расставаться с этими людьми. До конца этого года местным властям и руководителям предприятий дан срок на исправление ситуации. Помочь им в этом должен новый куратор сельского хозяйства и продовольствия Олег Бурак, ранее работавший главным агрономом в СПК Остромичево. Сделать это будет нелегко, но еще возможность есть, ведь ляховические земли плодородные, а люди трудолюбивые. Поэтому при грамотном подходе руководства край сможет преодолеть кризисную ситуацию. На этой неделе в Беларуси начали прием заявлений в вузы второго потока. Высшие учебные заведения поступают порядка 50% выпускников школ. Кроме того, в вузы идут и те, кто раньше окончил учреждение профессионально-технического образования. Выпускников по многим специальностям в стране уже более чем достаточно. На Брещине в этом году сократили набор абитуриентов. Изменения коснулись всех категорий, выбравших как дневное, так и заочные формы обучения. Возможно, сокращение мест в вузах стимулирует будущих абитуриентов на более ответственное отношение к учебе, а педагогов на весьма придирчивый отбор. Выбирать лучших из лучших – дело непростое. Также с 1 сентября повысится в пределах 20% плата за обучение. Стоимость будет варьироваться в зависимости от формы обучения, а также от курса. При этом вузы имеют право в зависимости от своей экономической ситуации самостоятельно решать, насколько поднимать цену за обучение. Брест, как город с большой историей, хранит огромное количество тайн и загадок. Подтверждение тому – открытие этой недели. Ремонтируя дорогу перед железнодорожным вокзалом города, строители были очень удивлены. С площадки был снят слой асфальта, а под ним обнаружились следы старой брусчатки. Элементы дороги, по которой разъезжали еще в царские времена, хорошо сохранились. Учитывая то, что Брестский вокзал – это вообще одно из старинных зданий нашего, в целом даже Союза, а Республики Беларусь, таких зданий не было. Оно было обосновано в царское время, и вступил он в эксплуатацию 28 мая 1886 года. И фотографии, которые я вам показал, говорят о том, что действительно была брусчатка. То есть здесь не было ни песка, ни ям, ничего. Вот, потому что эти, вот здесь есть именно фотографии, где пассажиров подвозят, показано, что действительно была брусчатка. И когда сейчас строители начали вести реконструкцию площади, они вскрыли, и там эта брусчатка оказалась. Какие еще загадки хранит город Брест, сказать сложно. Но, несомненно, эта находка неожиданная и приятная.
В эти дни пожарные спасатели Беларуси принимают поздравления. 160 лет назад, 25 июля, появилась первая профессиональная пожарная команда. В настоящее время в МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения, аварийно-спасательных и инженерных работ, химической и радиационной безопасности и многих других. Однако не только от технического оснащения зависит успех службы огнеборцев. Важную роль играет человеческий фактор. Поэтому можно с уверенностью сказать, что работа спасателей – это готовность в любую минуту прийти на помощь людям, попавшим в беду, а сами пожарные – герои своего времени. В календаре каждого государства есть даты, которые символизируют зарождение больших и славных дел. Одним из таких событий стало основание пожарной службы Беларуси 25 июля 1853 года. С этого момента начинается история профессиональной деятельности огнеборцев на территории Беларуси. С того времени прошло 160 лет. И сегодня, наблюдая праздничное шествие сотрудников Брестского областного управления МЧС, можно с уверенностью сказать, что спасатели с честью выполняют задачи по охране от чрезвычайных ситуаций жизни людей и достояния белорусского народа. Мы сегодня констатируем, что многие годы уже на территории Брестщины достигается снижение количества чрезвычайных происшествий, пожаров и, самое главное, последствий от них. В коллективах царит такая творческая атмосфера, много идей, нормальных, здоровых, и есть желание их выполнять. Профессия спасателя, о которой с детства мечтает каждый второй мальчишка, это тяжелый труд, помноженный на риски и опасность. Будни огнеборца расписаны по часам. Изучение документов, несение караула, физподготовка, уход за техникой. Сигнал пожарной тревоги – не внезапность, а возможность спасти чью-то жизнь. В таких условиях главное – сохранять самообладание. Поэтому взаимовыручка и сплоченность коллектива – необходимые условия для работников пожарной службы. Впрочем, тут огнеборцам остается лишь позавидовать. Вся команда как бы должна быть очень дружна, мы должны понимать друг друга с полуслова. И я думаю, что в этом и заключается все, весь профессионализм. То, что мы знаем, что каждый может сделать, и каждый надеемся друг на друга. Для начала везде сложно, но потом привыкаешь. И с опытом становится легче. У нас отличная команда, мы все делаем оперативно и быстро приезжаем на место вызова. С 97 года я служу. Коллектив от нас отменный. Третью часть жизни провожу в смене, и у нас один за всех, все за одного. В рамках праздничных мероприятий в Брестском академическом театре драмы и музыки прошел концерт, на котором состоялась торжественная церемония чествования лучших спасателей региона. В адрес сотрудников МЧС прозвучали поздравления от городской и областной вертикали. Все без исключения отмечали, что героическая профессия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям требует от каждого работника мужества и стойкости, а также готовности в любую минуту прийти на помощь людям, попавшим в беду. В честь юбиляра хочу отметить, что в пожарной службе Брестщины служат люди решительные, смелые, ответственные, имеющие твердый характер и силу воли, способны в полной мере справиться с поставленными задачами по защите жизни, здоровья и законных интересов наших граждан. Проходят годы и столетия, но задачи огнеборцев остаются неизменными. Они первыми приходят на помощь, ликвидируют пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, спасают людей, несмотря на подстерегающую опасность для здоровья и собственной жизни. И это, на взгляд спасателей пожарных, не героизм, а обычная работа. У обывателей противоположное мнение. Работа сотрудников службы дня и ночи достойна уважения и самых искренних поздравлений. С праздником вас, наступающим, уважаемые мои коллеги! Спасибо вам большое за добрые дела, за активную работу, за хорошие результаты. Вам всем крепкого здоровья, благополучия и так дальше держать, еще активнее работать, еще интереснее идеи выдвигать и их реализовывать. Виктория Долгобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Но на этом праздничные мероприятия не закончились. Сегодня брестчан в парке культуры и отдыха ждала необычная программа. 8 силовых ведомств области собрались на одной площадке, чтобы подарить горожанам и гостям города над Бугом настоящий праздник в рамках акции «Брест – безопасный город. Брестчане сильной профессии за». Вместе с берестейцами примеряла костюмы спасателей и наша съемочная группа. Акция «Брест – безопасный город. Брестчане сильной профессии за» прошла сегодня в городе над Бугом. На территории парка культуры и отдыха силовые ведомства области продемонстрировали публике свои умения, представили образцы вооружений и спецтехнику. Мероприятие было инициировано Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области и собрало на одной площадке пограничников, таможенников, десантников, спасателей, следователей, сотрудников внутренних войск МВД, а также Департамента охраны. Когда Управление Следственного комитета вышло с идеей,
идеей перед силовиками провести данное мероприятие, мы преследовали основную и главную цель. В преддверии дня рождения нашего любимого города мы решили вот таким образом сказать большое спасибо гражданам, которые помогают нам в нашей работе. Первая часть нашего мероприятия – это продемонстрировать наши возможности, как мы работаем, дали возможность каждому из граждан присоединиться к нашей работе. Ну а вторая часть – это будет концерт и награждение тех граждан, которые заслужили наши благодарности и подарки. В программе мероприятия также прошла демонстрация образцов современного оружия и вооружения времен Великой Отечественной войны. Посетители смогли понаблюдать за работой спасателей пожарных и сотрудников патрульно-постовой службы. Подъем на лифте, выполнение элементов самоспасения, боевое развертывание, показ водной феерии – это далеко не полный перечень показательных выступлений сотрудников Брестского управления МЧС, которые были продемонстрированы собравшимся. Такой своеобразный подарок сотрудники этой службы подарили брестчанам в честь приближающегося юбилея – 160-летия со дня основания. Для меня это прежде всего праздник. Мы в преддверии хорошего праздника – 160-летия пожарной службы нашей страны. И, конечно же, участие со всеми другими в мероприятиях – нам это приятно. Мы тоже показываем свои возможности, достижения новой техники, работу личного состава. Это тоже, в какой-то степени, профилактика. Что касается впечатления о сегодняшнем мероприятии, замечательно, потому что надо показывать населению, что служба спасения создана для людей и работает для людей. Мы готовы привлекать в наши ряды новых, юных спасателей, волонтеров, показывать, что прийти к нам на работу может любой, тот, у кого есть желание. Это самое главное. Ну и тот, который хочет, можно сказать, испытать себя, проявить свое мужество, смелость, смекалку и не бояться трудностей. Поэтому такие праздники нужны. Они в первую очередь популяризируют службу среди населения. А доверие населения к нашей работе для нас очень важно. Радостные улыбки на лицах и бурные аплодисменты – самое лучшее доказательство того, что праздник удался. Брестчане, пришедшие сегодня в парк, получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций. И это неудивительно, так как программа мероприятий была очень разнообразна и познавательна. Да, праздник хороший, мне очень нравится тут у вас. Праздник очень понравился, все очень спланировано, так сказать, интересно, организовано. Была масса людей, было эффектно. Анастасия Трухнова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Фотоальбомы потихоньку уходят в прошлое. Чаще снимки хранятся на электронном носителе либо компьютере. Но у тех, кому близки фотографии в своих маленьких бумажных архивах, появилась возможность внести что-то новое в их создание. А помогли воплотить желаемое в действительность сотрудники отеля «Эрмитаж», организовав необычный мастер-класс по технике скраббукинг. Попыталась познакомиться с чудо-ремеслом Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Открытка со смыслом создания маленького шедевра. Это мероприятие из цикла «Твой ежи». Мастер-класс по созданию подарка собственными руками собрал огромное количество желающих, большинство из которых представительницы прекрасного пола. К сожалению, не все смогли стать активными участниками. Количество мест было ограничено, но техника смогла увлечь многих. Начали мы сегодня скрапить, не имея никакого образования, не имея никакого опыта, просто потому что нам захотелось. И так начинают большинство скраперов. Они видят красивую картинку, они видят, как кто-то создал когда-то открытку или альбом, садятся за стол, начинают резать бумагу. Я уверена, что им понравится, потому что это такой творческий процесс, который очень увлекает, очень захватывает. И даже если первые наши открытки далеки от совершенства, они все равно для нас самые лучшие, самые красивые. Что касается техники, то скраббукинг – это способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный способ передачи отдельных историй с помощью визуальных и тактильных приемов вместо обычного рассказа. Скрабить пробовали даже дети. Необычные детальки плюс фантазия творят чудеса. На глазах создавались настоящие шедевры. Мне очень интересно. Просто сейчас такое время, когда ты куда-то бежишь все время, куда-то суета какая-то, но когда-то хочется выделить такое время, чтобы сесть, что-то подумать, проявить свою фантазию, чтобы получился результат в виде какой-то маленькой открытки, которую будет интересно даже подарить нашим друзьям, знакомым, близким. Это очень приятно сейчас, когда все готово, у нас все на прилавках всех
мы видим готовую продукцию, какую хочется, но всегда приятно, когда что-то подарил человек, когда сам это сделал. Поэтому эта техника, мне кажется, в наше время сейчас актуальна. И хорошо, что молодежь, вот все сейчас возвращаются к ней и что-то делают своими руками. Скраб-страницы и скраб-альбомы рассчитаны на длительное хранение, поэтому сама техника использует специальные материалы, чтобы со временем не ухудшилось качество. Не пожелтела бумага, не рассыпались и не оторвались фотографии, не деформировались страницы. Все материалы, с которыми контактируют фотографии, должны быть химически нейтральными, включая бумагу, клей, маркеры и этикетки. Данный подход позволяет хранить фотографии довольно продолжительное время. Увлечение скраббукингом означает, что практически к любому празднику есть возможность сделать уникальный индивидуальный подарок своими руками. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале Бук ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, а я, Анастасия Трухнова, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В предстоящие двое суток Беларусь окажется в тыловой части малоподвижного циклона, который переместится со Скандинавии на центральные районы России. На территорию нашей страны начнут поступать холодные воздушные массы северного происхождения. В воскресенье, 21 июля, сохранится холодная и неустойчивая погода. На значительной части территории Брестского региона ожидается переменная облачность, но без осадков, а также северо-западный порывистый ветер. В дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 12-14 градусов, максимальная днем 16-18 выше нуля. В понедельник, 22 июля, под влиянием циклона, центр которого сместится к северным границам Беларуси, почти повсеместно пройдут дожди. Брещина окажется в стороне, осадков синоптики не прогнозируют, но будет облачно и ветрено. Ветер северо-западный, в некоторые часы сильный порывистый. По-прежнему будет прохладно, ночью не более 16 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 20 градусов.